Сегодня наши родственники, привет всем, привезли меня в Белореченск. Сейчас мы на рынок хотим сходить, хочу посмотреть голубику. А потом поедем в родники, на фирму цветков, посмотреть торф и голубику. Ой, голубику и горшки. Здесь вот мы остановились немножко, сейчас пешочком, там все занято. Вот здесь вот сделали Олежа, площадь. Передай привет Володе. Площадь новую сделали недавно в Белореченске. Это вот рядом с автостанцией. Сейчас пойдем здесь пешочком. Здесь совсем близко, там от автостанции совсем близко. Пойдем пешочком сходим. Это вот практически, ну не центр, центр, наверное, города. Надо обзор по Белореченску специально сделать. Вон наша молодежь. Лена, всем привет, скажи. Здравствуйте, дорогие подписчики. Да, передаю вам привет с прекрасного Белореченска. Вот увидели наша сибирская сетка, аптек, мелодия здоровья. Новосибирская, писали, да? Да, Новосибирская. Ух ты, видишь, понятно. Видите, даже здесь родню увидели. Ну что, пойдемте рынок искать. Мы с этой стороны, там можно с другой стороны на рынок пройти, но мы решили с этой, я не так часто бываю, чтобы не запутаться. Как-то я вам уже показывала, осенью мы покупали здесь растения. Вот он Самсон, ярмарка. Здесь, конечно, такой выбор, ну, в Майкопе большой выбор, здесь Белореченский тоже хороший выбор растения. Ой. С рынка не успела показать, что купила голубику. Ну, потом, когда мы приедем, вам покажу. И вот мы сейчас поехали на фирму цветков. Вот здесь я пойду в офис сейчас и закажу себе горшочки и землю. А потом на складе будем получать. Вон, смотри, у них фишка красивая. Сколько там всего продается. Здесь как красиво там. Вон, завезли уже сколько гортензий. Ой. Кто нынче в гортензии? Прям гортензиевый рай. Вон какие шапки, смотрели. Какие красивые большие шапки. Там сейчас закрыто, пока никого нет. Это продажная площадка. Продажная. Красивая. Называется Доминика Флорес. Фирма цветков, сейчас Доминика Флорес. Не смотрите, какие рыбки. Хочу вам показать рыбку, которые губки красивые такие. Вот она. Ой, такая красотка. Большой аквариум здесь у них, большой, прям метра пол, ну, около 2 метров, наверное. А вот еще какая красотка. Какие губастые. Рыбка прилипала, наверное. Ну, давай, мы пойдем, поехали дальше. Пока-пока, рыбки. Все, мы уже приехали в нашу станицу, домой. Мальчики отнесли в сарай и землю, и горшочки. Вот хочу вам показать, какие я купила большие уже кусты голубики. Вот это вот бонус фирма. Ой, фирма, название голубики. Вот таких горшочков надо прям срочно пересаживать. Вот. А вот это Эрби, как вот называется, мне дали такую памятку. Эрми Блю. Такую мне памятку на рынке дали, как ее нужно садить. Какую надо землю. Вот. Все прям полностью памятку. Видишь, на рынке. Белореченские молодцы. Мы постоянно у нее берем. Брали актинидию. Разные саженцы. Вот нам нравится. Вот такая вот. Купила такой опять профессиональный грунт. Грунт цветочный, универсальный. И мне еще повезло, прям было даже очень дешево. Вот эти здесь немножко мешки были такие покоцанные, порванные. Ну, думаю, давайте, конечно, выписывайте. Вот горшки купила, вот они привезли. В том году мне много горшков ушло.
Сейчас в сарайчик все это сложили. Очень удобно, конечно. Вот. Хочу еще показать. Вот купили кислый торф. Прям такой большой-большой мешок. Достаточно. Здесь 250 литров. Где-то 900 с чем-то рублей стоит. А вот если мы берем в магазине, получается 50 литров. Это 600 рублей. Это прям... А здесь 250 литров. Вот это я хочу под голубику. И мне надо кое-где подсыпать под гортензии. И вот такой обычный торф. Обычный торф. Вот такой вот премиум. Ну, это уже растение с землей смешивать, чтобы полегче было. Здесь тоже он 250 литров торфа. Он тоже так вот кажется небольшой мешок. Он плотно утрамбованный. Ну, такие вот довольные мы сегодня. Я такая сегодня довольная. Спасибо моим родственникам. Нагрузили. Машина большая. Нагрузили целую машину. И все привезли. А перед тем, как ехать... Вон, видите, дымочек. Мы замариновали мяско. И вот у нас у тетушки зять будет нам делать такие вот даже не шашлыки, как они называются? Антрикоты. Антрикоты Олег, Олег делает. А потом кусочками жарят. Ой, режет, да? О, ну, какая красота. Когда готова будет. Кто-то съедает полностью. Сильно голодный, да. Сильно голодный. Олег съест, да? Олег. Я вот съем четвертинку. И... Да, да, конечно. Но мы нарежем потом. Неделю его есть. Еще помидорки. Там еще 4 таких же куска, так что мы обкушаемся. Мы будем 2 дня это есть. Да. Прекрасно. Но именно готовить ничего не надо. Ну и да, мы будем второе готовить. У нас да. Да, у нас там еще картошка в духовке по-деревенски есть. А потом еще рагу будет. Картошку погреть? Да, это можешь завтра. Ну, хочешь погреть? Ну. Нет, это может тебе. Ну, я нет. Жоник, Жоник, от Жоник здесь вот туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Сейчас заехали, здесь у нас в Геогинской завод, свой есть пивзавод частный. И вот купили такое пиво, я одну бутылочку живого, а это какое-то золотистое. Золотистое, вот оно, наш заводик называется Старый Клен. Вот. Еще рыбку взяли, сейчас пока сидят, пока... Один, а? Пока шашлычки там вот эти вот жарятся. Здесь ждем, да, рыбку, помидорки. Вот. Здесь еще сколько много мяска. На улице хорошо, сегодня тепло. Здесь еще Олег так прям хорошо стоишь. Рядом с виноградом. Красота. Я обалдею. Персиков, персиков наелись. Да. Пальмами тут шашлычок жарят. Шашлычок же. Красота. Я, кстати, покажу. У нас очередное дерево персиков уже падают, они зреют. Сейчас покажу. Уже, это уже третье дерево мы уже съели. Четвертый сорт, да, вот какие-то вот, да прям какие-то крупные в этом году. Это мы дерево не сами садили, не знаем, но крупное. Вот они прям так облеплены, очень вкусные. А еще пятый сорт. Да, сейчас еще, вон они висят, персики прям, ой, падают. А Олег в Узбекистане, 12 лет они, до 12 лет он там жил. Родился. И вот он, знаешь, такой персики. Говорит, самые вкусные персики, это которые падают на землю. Уже спелые. Вот он упал. Вот он. Ой. Вот он. Смотрите, какой желтенький такой вот. Вот. Прям красивенький. Это вот там муравьишки покушали уже. Помидоры у нас здесь. Таким сладость набирал после первых полузамеров. Жоник. Жоник. Смотри, какой у нас Жоник красивый. Игрушка такая. Жоник по дорожкам ходит. Молодец. Воспитанный песик. Жоник. Туда пошел дальше. Сейчас принесу. Здесь немножко уже приготовление идет. Порция мяса. Ну как, Валера? Режется? Конечно. Соус сделали. Так, по-узбекски сделали с печеными помидорами, сметаной, майонезика немножко, специи и чеснок. Чеснок и, ну, и соль. Будем пробовать.
Надо, нет, вот так. Тоненько, тоненько надо резать мяско. Вот. А у нас сегодня даже повод есть. У нас сегодня у нашего моего какого мучатого племянника, да, двоюродного племянника 8 месяцев. Вот у нас спит. Мы поэтому тихо разговариваем. Спит. 8 месяцев исполнилось. Быстро растут дети. Чужие особенно. Да. Давайте, сибиряки, за ваш приезд, за Андрюху сегодня. Параллельно. А, параллельно. Будем действовать. Ну да. Коньячок, коньячок, да. Валерин. Ну, что, Лен, тоже хотите, да, переехать? Да. Да. Здесь так хорошо, в тепло. Теплые страны. В теплые страны. Нет зимы. Теплую часть нашей да. страны. Мы хотим, чтобы не было зимы. Ну, самое главное. Гололёд, ну, да. грязь, гробов вот этих весной грязи. Дядя Валерий, да. как правильно заметили, да. Вот. А Валерий. Ноги ломаешь. Ой, вообще ужас. Там. Идешь как корова по льду. Много всего. Ну, тебе да. тоже здесь нравится неприятного. Больше? Конечно. Краснодарский край, в Адыгею, да. Вот. И поближе к солнышку. Будем здесь... свою новую Россию строить. Вот это точно. Спасибо, о, Олег. Ну, вот на этом, на этих теплых словах заканчиваем свое видео. До свидания, дорогие друзья.